Эта техника имеет помогающий характер. Вам нужно только сесть поудобнее, закрыть глаза и сосредоточиться на своем теле и на всем, что в нем происходит. Слушайте мой голос и позвольте себе сделать то, что доступно только добрым волшебникам. Сегодня вы – волшебник сам себе. И сегодня вам становится доступной такая работа, о которой раньше вы могли только мечтать. Позвольте себе открыться перед самим собой. И примите мое разрешение видеть в умозрительных образах все, что происходит в вашем теле. И вы знаете, что все мгновения из предстоящих минут принесут вам комфорт и пользу. Итак, вы начинаете погружаться в приятное расслабленное состояние. И для того, чтобы вам было легче это сделать, я помогу вам. Я буду считать от 10 до 1. И по мере того, как я буду считать, вы будете все больше и больше отвлекаться от всего, что происходит вокруг вас, и обращаться вашим вниманием к тому, что происходит внутри вас. И когда процедура закончится, вы спокойно и легко вернетесь в обычное состояние сознания. Итак, 10. Вы чувствуете, как вокруг вас формируется зона покоя и безмятежности. И вам очень нравится это состояние. 9. Этот покой потихонечку проникает вглубь вашего тела, и вы позволяете ему это сделать. 8. Вы чувствуете, как покой и расслабление разливаются по всему вашему телу, заполняют каждый нервный узел, каждое нервное волокно, каждый кровеносный сосуд. 7. Почувствуйте ваше дыхание, и каждый ваш вдох приносит ваше тело чувство покоя и расслабления. И каждый ваш выдох уносит из вашего тела те напряжения, которые вам больше не нужны. 6. Вы мысленным взором окидываете свое тело и понимаете, что сейчас оно заполнено расслаблением и комфортом. 5. Вам становится хорошо и спокойно. 4. Вы чувствуете, как расслаблены все мышцы вашего тела, как вашему телу хорошо и спокойно. 3. И вот вы все ближе и ближе к тому состоянию, которое нам нужно для работы. Вы будете все понимать, что происходит с вами. Вы будете все осознавать. Но вы будете одновременно делать очень большую и важную работу. 2. И вот вы уже совсем рядышком с тем состоянием, которое нам нужно. И вот вы легко и свободно делаете последний важный шаг. 1. И вот сейчас перед вашими закрытыми глазами легкое темное пространство. Вам не нужно его создавать, ведь оно возникло само, тогда, когда вы закрыли глаза. И вот сейчас, в этом легком темном пространстве, вы видите очень интересный и очень важный процесс. Вы видите, как вокруг вас проявляется, зажигается и становится все более яркой ваша энергия, ваша аура. Окиньте себя мысленным взором и посмотрите, какого цвета эта энергия, какая она сегодня. И запомните. А сейчас вы переводите свое внимание на свое тело. И вы воспринимаете ваше тело как комплекс биологический, энергетический, информационный. Вы начинаете ощущать ваше тело во всех его деталях и взаимосвязях. Это происходит легко и просто. Вы спокойны
и умиротворение. И вы наблюдаете и легко корректируете происходящее. Почувствуйте свои мышцы. Они расслаблены или напряжены? Им тепло или прохладно? Почувствуйте это. Если в каком-то месте вашего тела вы чувствуете перенапряжение, спазм, деформацию мышечной ткани, то сейчас вы можете увидеть этот участок вашего тела, как будто бы он большой перед вашим взглядом, а вы соразмерны ему. Рассмотрите, как выглядит этот участок вашего тела, что в нем неправильно, некомфортно. Я даю вам время для того, чтобы вы это осознали. Вы это поняли? И если он искажен, пошлите ему мысль, что он может начать обратный процесс. Разжать спазм, восстановить проходимость ткани, постепенно начать рассасывать и выводить лишние элементы опухолевой или минеральной природы. Прямо сейчас посылайте такое ваше желание в этот обнаруженный вами участок. Делайте это. И почувствуйте, насколько ваше тело приняло ваше желание. А теперь обратите внимание на свои кровеносные сосуды. Их много, и в вашем умозрении возникает вся их сеть, подобная корневой системе растения. Если какой-то кровеносный сосуд деформирован, сжат или наоборот излишне расширен, пошлите этому месту ваше намерение исправить положение. Я даю вам время для того, чтобы вы послали такую мысль. Пожелайте этому месту начать обратный процесс. Процесс восстановления здоровья. И если вы нашли несколько таких мест, пошлите ваше желание каждому из них. И почувствуйте, насколько ваше тело приняло ваше желание. Я даю вам время для того, чтобы вы это сделали. Почувствуйте, насколько чистая ваша кровь. И если вдруг вы обнаружили в ней какие-то посторонние включения, то не старайтесь понять, что это такое. Просто поставьте фильтр, который будет очищать вашу кровь от этих примесей, только от них. И тут же будет уничтожать их. Делайте это. Запомните, где стоит этот фильтр. Когда очистка закончится, он исчезнет сам собой, за ненадобностью. А теперь обратите внимание на свои суставы, поочередно на каждый. Я даю вам время, чтобы мысленно осмотреть их и найти суставы, пораженные каким-либо недугом. В процессе такого наблюдения вы соразмерны своим суставам, и вы можете очень подробно рассмотреть каждый из них. Своим умозрением вы видите, как выражается тот недуг, который вы, возможно, обнаружили. Смотрите, я даю вам время. А теперь представьте, что в пораженном суставе появляется маленький светлый помощник, который начинает процесс исцеления. И вы даете этому помощнику команду, чтобы он залечивал воспаления, если они есть в суставе, наращивал хрящевую ткань, восстанавливал подвижность. Если вы нашли несколько таких мест, пошлите ваше желание каждому из них.
и почувствуйте, насколько ваше тело приняло ваше желание. Пусть светлый помощник работает столько, сколько нужно, а потом он просто уйдет из вашего тела. И обязательно попросите ваш позвоночник, каждый его позвонок, каждый хрящик между позвонками, выпрямляться, принимать такое правильное положение, которое должно быть у него. И вы прямо сейчас чувствуете, как это начинает происходить. Вы это почувствовали. А теперь вы обращаете ваше внимание к внутренним органам, которые находятся в вашем теле. Сначала вы ощущаете все, что находится в теле. Чувствуйте это. Смотрите мысленным зрением на область шеи, ваше горло, связки, гланды, щитовидная железа, все остальное. Если в этом месте вашего тела есть какие-то проблемы со здоровьем ваших органов, какие-то деформации, то сейчас вы можете увидеть и внимательно рассмотреть, как они выглядят. Смотрите. Сейчас вы понимаете, есть ли там воспалительные процессы. Или наоборот, не хватает энергии. Кровь плохо наполняет эту зону вашего тела. Что бы ни искажало работу внутренних органов вашего тела, сейчас вы посылаете им мысленное пожелание восстанавливать себя, устранять воспаление, наполняться энергией для полноценной жизни, восстанавливать форму ткани, отсоединить лишние ткани или слизь, если это нужно, выполнять свои функции полностью здоровым образом. Делайте это. А теперь вы обращаетесь к своему сердцу. Вы видите этот орган прямо перед собой, так, как будто вы находитесь напротив него. Пошлите ему пожелание биться ровно и стабильно. Если кровь, которая через него проходит, испытывает затруднения на таком своем пути, представьте, что в вашем сердце появляется временный, маленький и светлый помощник, который очищает входящую кровь. И ее ток становится ровным и спокойным. Если ваше сердце устало, и вы это чувствуете, направьте в него свою любовь. Пусть она послужит подпиткой для этой главной мышцы вашего тела. А теперь ваше внимание обращается к другим органам вашей грудной клетки. Я даю вам время, чтобы вы смогли внимательно просканировать их. И если ваше тело обратит ваше внимание на какие-то участки, то сейчас вы внимательно рассмотрите их и поймете, что в них нуждается в исправлении. Смотрите так, как будто это исцеляемое место перед вами. Пошлите этому месту ваше намерение исправить положение. Пожелайте этому месту начать обратный процесс. Процесс восстановления здоровья. Если вы нашли несколько таких мест, пошлите ваше желание каждому из них. И почувствуйте, насколько ваше тело приняло ваше желание. Делайте это. А сейчас обратите ваше внимание на органы брюшной полости. Я даю вам время, чтобы вы внимательно осмотрели их по очереди своим мысленным зрением. И если ваше тело обратило ваше внимание на какие-то участки, то сейчас вы внимательно рассмотрите их и поймете, что в них нуждается в исправлении. Смотрите так, как будто это исцеляемое место перед вами. Смотрите. А теперь пошлите этому месту ваше намерение исправить положение.
Пожелайте этому месту или органу начать обратный процесс, процесс восстановления здоровья. Если вы нашли несколько таких мест, сразу, одновременно пошлите ваше желание каждому из них и почувствуйте, насколько ваше тело приняло ваше желание. Особое внимание давайте уделим таким местам вашего тела, в которых есть, возможно, разрастание ткани. Это могут быть родинки, бородавки, что-то еще. Если ваше тело не показывает вам такие места, это очень хорошо. Если же такие места есть, смотрите мысленным зрением на такое разрастание и посылайте ему свое намерение начать обратный процесс. Мысленно стирайте такое разрастание так, как можете сделать это на рисунке стёркой. Постепенно, слой за слоем. Спросите ваше тело, сколько дней, недель вам нужно будет для полного завершения этого процесса. И примите ответ. Если же вы нашли несколько таких мест, пошлите ваше желание каждому из них и почувствуйте, насколько ваше тело приняло ваше желание. И если проблемы вашего тела вызваны недобрым воздействием со стороны, то вам не важно, когда и кем это воздействие было оказано. Сейчас вы отдаете себе твердую команду освободиться от этого воздействия. Здесь и сейчас. И тело освободится. Но перед этим, перед тем, как вы это сделаете, произнесите фразу: «Защита не поможет тому, кто нанес мне такой вред. Отводы не сработают». Говорите: «Защита не поможет тому, кто нанес мне такой вред. Отводы не сработают». И теперь вы отдаете себе твердую команду освободиться от этого воздействия здесь и сейчас. И тело освобождается. А вы чувствуете и запоминаете, как ваше тело реагирует на освобождение от недоброго воздействия. И теперь, когда вы это сделали, окиньте себя мысленным взором. Сейчас вам будет легче это сделать. И посмотрите, произошли ли какие-либо изменения в той энергии, которая окружает ваше тело. Если да, отметьте, что это за изменения. И сейчас вы потихонечку возвращаетесь в обычный мир, в обычное восприятие и открываете глазки.